Всем привет! Вы на канале Вантус. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как избавиться от книг, не выкидывая их. У меня достаточно много книг, и все они не всегда могут помещаться. Как я решил эту проблему? Я взял в конце каждой книги, как правило, есть какие-то пустые абсолютно страницы для заметок, реклама каких-то адресов магазинов, где вы можете купить книги данного издательства, реклама других книг, а если книга старая, то даже вот эти рекламируя книги уже давным-давно проданы. Вот. Иногда какие-нибудь дурные благодарности, либо огромные ссылки на какую-нибудь англоязычную литературу. Соответственно, все это можно с чистой совестью из книжки вырвать. Это там листов 10 может быть. Вот и выкинуть. Соответственно, книжечка станет тоньше, их будет у вас помещаться на одной полке больше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите, что вы думаете об этом в комментариях.